вами мы, наш бокс, Иван Федорович Селиванов. Сегодня он у нас оператором работает. Всем привет. Значит, мужики, вот недавно мы вам показали ролик с Nissan Cedric. Хороший получился, интересный, полемику. Спасибо вам за полемику. То есть вы включили, все заебись. Ой, хорошо, то есть. Вот сегодня утро. Вторник, да, сегодня? Да. Вторник. Вот 18 число. Сегодня парень тоже один приехал. И у меня тоже сильно так это, ну, не, как я вам показывал, у меня Паркинсон. Возбуднуло тебя. Сегодня мне Вера Ивановна уже глицин вам стала давать. Мужики, я начал пить глицин. Вкусные эти такие таблетки вкусные. Ну ладно, не об этом речь. Вот у него газ-бензин Нива 213. Вот приехал ко мне. И у меня опять по нему Паркинсон начался. Приехал и говорит: продуйте карбюратор. Я говорю: зачем? Он говорит это. Так, надо его как-то остановить. Тихо. Продуйте карбюратор, говорит. Я говорю: для чего? Звать его Богдан. Хорошее, красивое имя. Зачем сказал? Не-не-не, красивое имя. А что ты? Тебя никто не видит. Мало ли Богдан в стране. Пол Украины Богданы одни. Ну ладно. Я говорю: ну это не карбюратор, наверное, виноват, дергается машина. Нет, карбюратор. Я говорю, я ему стал объяснять прописные истины, которые я, наверное, родился с ними и умру. Я ему говорю, я во всех роликах это говорю, когда работает у нас эта машина на газу, карбюраторная, то карбюратор никакой роли не играет. Он является ролью, по трубе течет газ, открывается дроссель, подается, вот вся работа карбюратора с газом. Нет, я говорю, давай на миллион. Он говорит, а он мне сказал одну вещь. Вы тоже молодец, меня поймал. Я, говорит, вас в прошлый раз вы тоже предлагали на миллион. Я вас простил. Я думаю, нихуя себе. Простил он меня. Меня это возмутило просто. Я как простил? Это я тебя простил, что мы не стали спорить? Я говорю, ну давай, я говорю, вот мужики. Вот он мне говорит, вы мне два раза продували карбюратор, и два раза у меня исчезла эта болезнь. Мужики, дергается действительно. Блядь, что? Дергается действительно, мужики, ужасно. Да что ты, Вань? Ну что, у меня руки, что ли, не тем концом ставлю? Не знаю. Блядь, ну, у него нет шпилек здесь. Вот. Да что ты? А, там втулка. Ну вот. Я говорю, ладно, говорю, черт с ним, давай, я продую. Но ничего не поможет, мужики, ничего, бесполезно, моя работа. А я не люблю стрелять в холостыми. Если, говорю, делать, так сразу наверняка попадать. Ничего, блядь, он мне, ну ничего, ну не хочет. Ну, сделай все, я говорю, хрен с тобой, сделаем. Мужики, вот сейчас вы будете все свидетелями. А кто его знает? Черт его знает, ну... Все, может быть в жизни, но я уверен на 100%, что ничего не произойдет, чудо. Все, я продул карбюратор на его глазах, все проверил, все сделал. Сейчас Иван Федорович нас бросит это снимать, и мы поедем снимать на дорогу. И я помню, как это, она работала там, такие вот рывочки. Я говорю, мужики, всю систему зажигания я проверил. У него стоит, ну, 213-я Нива, бесконтактная система зажигания. Ну, думаю, ладно, ну, что ж такое. Нет, Вань, я не туда ставил. Нет. Ладно, бог с ним. Мужики, вот сейчас посмотрим. Ну, что это? Давай, заканчивай, я сейчас закручу. Хорошо. Не надо. Мужики, ладно, давайте, Вань, выключай. Ролик продолжим после. Итак... Мужики, мы продолжаем наш фильм интересный. Вот с новым, со старым знакомым, звать его Богдан. Вот он попросил все-таки продуть карбюратор. Я это сделал. Сейчас идем проверяем машину. Он сам давно за рулем. Вот я смотрю, патрон, это охотник ты? Молодец. Охота, рыбалка, значит, он увлеченный человек. Ну, поехали, Богдан. Включай. Она уже другая, я тебе сразу. Ну давай. Ты... А сейчас я закрою. Сейчас посмотрим. Другая, все. Да что? Ну дергайтесь, не видите. Чуть-чуть. Ну как?
Дергается машина. Едет, ну чуть-чуть. Совсем. Нет, ты не хочешь просто признаться. Вот же, дергатня. Как дергалась, так и дергается. Нет, Богдан, нет, дорогой. Дергается не так она. Ты себя успокаиваешь. А вот сейчас плюнешь вот через некоторое время и снова ко мне приедешь. Ну тебя успокаивай, так нельзя ездить. Я и сейчас не уеду. Вот видишь? А почему ты сейчас не уедешь? А потому что она дергается все равно. Ну так а что ж говоришь? Я говорю, что дергается. Ничего, ну вот же, вот, вот. Не, подожди, сейчас. Давай прям туда, до мира, до магазина мира. Нет, Богданчик, дорогой, я не вру. И я ж тебя зачем стал снимать? Так, чтобы давай. Тебя немножечко люди пожурили. Ну и чё? Ну и чё? Вторая, ну и чё? Ничего не изменили мы в твоём газе. Нет, ну поменялось всё. Ну хорошо. Так, толпа, страна. Страна. Это ролик для вашей полемики. Я говорю, что ничего не поменял. Прямо. Я хочу сбавить обороты. А, давай. Ну чё? Рывки есть, дергается, еще как дергается. Дергание осталось как? Не то, совсем да, не то, которое было. Хорошо, толпа, народ, подписчики, кто объяснит этот гнусный поступок? Никто. Никто из вас не объяснит его. Я продул диффузор, и что? И что? Ну, зиклеры продул, воздушные, топливные, и что? Проблема. Они никакой роли не играют в работе газового оборудования. Никакой. Проблема совсем не ушла. Да она и не уйдет никогда. Но стало гораздо лучше. А машина-то едет, она дергается. Но машина стала лучше ехать. Гораздо. Но я ехать не мог прямо. Дергание осталось, оно присутствует, но его стало меньше. Да, хорошо. Объясни. Почему стало меньше? Не знаю, что да не говорю. Я вот вижу, что такая же машина, какая была, такая и есть. Мы что только не пробовали. Угол мы меняли, зажигание мы меняли, провода я проверил, свечи проверил, все работает. Бегунок проверил. Вот. Так, теперь какой у нас с тобой? Дальше? Да. Дальше мы делаем врезку в карбюратор помимо. Вверх вот этот снимаем. И врежемся туда, вниз. Подачу сделаем, минуя верхнюю крышку. Тогда мне надо поехать в магазин, купить газовые врезки. У нас кончились врезки. Купить шланг. Поехали. Мужики, мы вот по желанию хозяина Богдана поставили ему врезки. Вот, посмотрите, полюбуйтесь. Врезки зашли на первую камеру, вон, смотрите, там, и на вторую камеру. Сейчас я вам расскажу резюме, установки и как мы с вами видели, что машина, ну, если ему не верьте, мне поверьте, машина также дергалась после продувки карбюратора. Абсолютно ничего он не сделал. Но хозяин утверждает, что нет и все. Тогда он, я говорю, ну ты уедешь? Нет, не уеду. Я, говорит, это, попрошу вас поставить врезки. Ребят, поставили врезки. Вот эту нахлобучку убрали. Вот эту вот. Так, Богдан, дай эту нахлобучку сюда, вот эту верхнюю. Ну, покажи вот ее. Вот, мы убрали. Значит, Иван Сергеевич тут помучился. Врезал очень хорошие врезки со скосом. Вот. Мужики, мне это все замечательно. Вот, смотрите. Это отвратительная вещь, конечно. А вот врезочки работают замечательно. Мужики, вообще комар нос не подточит. Все бы, ничего бы. Хозяин доволен. Иван Федорович доволен. Я доволен, что получилось. Но я недоволен только в одном, что хозяин так и утверждает. Ты сделал карбюратор, только поэтому она пошла. Страна! Я всех вызываю на полемику, причем очень-очень хорошую. Кричи, докажите этому товарищу, докажите, что это не так. Что карбюратор здесь ни при чем. Ничего не влияет. Ты еще это, колобахи покажи, какие, на которых он ездит. А, ну да, резина вот какая большая. Нет, ну дергалась машина, она не... Он охотник, рыбак, хороший парень, адекватный. Но вот он, не зная, говорит... Если бы ты не продул карбюратор, вот так не поехала. Ну ладно. И если бы ты даже врезки не сделали. Наиль,
У нас есть другая тема для этого дела. Какая? Мы поставим дросселя, накроем шапкой и поедем. Просто, ну это будет ролик. Это ты его этим не убедишь. Нет. Не убедишь, не убедишь. Да, он скажет, продуйте карбюратор, тогда поедет газовая. Мужики, нет, я еще раз повторяю. Это не работает в этом. Карбюратор здесь ни при чем. Абсолютно ни один карбюратор на земном шаре не влияет на газовое течение струи в диффузоре. Это я вам как это врач врачу. Это воздушно-газовая смесь, а там бензовоздушно-топливная смесь. Да. Ну, немножко разные. Ну, ладно. Раз хозяину понравилось, давайте на этом. А я вызываю самая всех. Самая главная тема. Хозяин доволен, счастлив. Да. Всем привет, до новых встреч, до новых роликов.